латвийских регионов Витебске, конечно, это ежегодный праздник. Но он ограничивался культурой, спортом, региональными отношениями. В этом году на форум, который организован в рамках Дней Латвии в Витебске, приехало больше 100 предпринимателей и руководителей регионов, которые заинтересованы, конечно, в налаживании бизнес-контактов. Это четвертое мероприятие подобного плана, которое проводится здесь, в Беларуси, латвийскими самоуправлениями. И, ну, может быть, самое знаковое и большое, потому что проводится в знаменательный для Латвии год, в год столетия республики. Я надеюсь, что это все послужит очередным толчком к развитию наших добрососедских отношений, к развитию, самое главное, экономических связей и установлению взаимопонимания между нашими народами. Найти платформу или площадку, на которой все заинтересованные стороны могут начать свою дружбу. Думаю, что мы сможем показать и увидеть. Это большое, грандиозное событие для Витебской области. Сегодня приводили статистики, что за год приросло компаний латвийско-белорусских на 30 компаний. Это хороший результат. Мы надеемся, что и подписанные соглашения и регионов, и бизнеса, и бизнес-сообществ, и культуры, вот, они, конечно, дадут свои результаты. На сегодняшний день мы планируем приобрести здесь новых партнеров, пообщаться со старыми, имеющимися у себя партнерами на сегодняшний день, ну и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Конечно, есть опыт сотрудничества с Латвией, мы как бы уже работаем не только с этой страной, как бы работаем больше, чем 20 стран мира, в Европу всю поставляем, так что Латвия, как бы соседи, это давно уже освоен этот рынок. Мы очень рады работать с Белоруссией. Главное для нас сейчас сохранить почти 20 миллионов тонн, которые Беларусь экспортирует, в том числе через рижские стивидорные компании. Как это говорится, отчуй, отчуй Беларусь! Витебская область впервые в этом году принимает такую большую делегацию бизнеса Латвии. Поэтому мы надеемся на результаты подписанных соглашений. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.